Спустя год во Владимирской области вновь повысили взнос за капремонт. Теперь он составляет 7 рублей 50 копеек с квадратного метра. Напомним, эта строчка в платежках появилась в 2014 году. Тогда с нас брали 6 рублей 50 копеек с квадратного метра. Кто-то платил эти деньги в общий котел, кто-то на спецсчет своего дома. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на протяжении 7 лет тариф в 6,50 оставался одним из самых низких в Центральном федеральном округе. Только в 2021 его увеличили до 7 рублей 15 копеек. И все равно он продолжал оставаться одним из самых низких. Средний размер взноса на капремонт в других регионах ЦФО уже составлял 8 рублей 10 копеек. И вот новое повышение. Теперь в платежках в строке за капремонт мы будем видеть сумму 7 рублей 50 копеек с квадратного метра. Эти деньги помогут в 2022 капитально отремонтировать 403 многоквартирных дома нашей области. К слову, та же пресс-служба приводит еще одну цифру. По прошлогодним расчетам регионального центра ценообразования в строительстве сумма среднемесячного взноса на капремонт должна составлять 14 рублей 38 копеек с квадратного метра.